Друзья, привет! Это Balcony TV в городе Севастополь. В общем, приветствуем вас здесь. И сегодня мы слушаем группу Атма. Ребят, представьтесь, пожалуйста, и скажите, что будете играть. Меня зовут Игорь, я гитарист. Так. Меня зовут Максим. Натали, вокал. Даша, перкуссия. Руслан, клавишный. Сегодня гитара. У нас отличный клавишник, да. Что привезли сегодня? Или принесли? Ну, мы споем пару песен, да. Как называется? Первая. Первая будет «Где твой рай?». Вот, вторая будет про то, что лето уходит, потому что уже середина лета, и оно уже начинает уходить. Тогда поехали, слушаем первую. Погнали. Скажу тебе, постой, не время уходить, зачерпнуть любовь рукой, а жизнь не возвратить, ведь у времени нет часов, но его ты не сможешь догнать, заплести вены рукой. Омрачает сознание, мне уже все равно, и сердце почти не стучит, ведь все было давно, но невозможно всего позабыть. Где твой рай? Где же твои оковы любви? Где твой рай? Безымянной реки, где твой рай, где же твои оковы любви, где твой рай, где же твои былые мечты? Спасибо большое. Я постараюсь встать так, чтобы вас всех было видно и чтобы я никого не закрывала. Разрешите, пожалуйста. Конечно. Вот так. Ребят, расскажите про концепцию вашей команды, как она формировалась,
Вот, и как это все начиналось? И передаю микрофон тому, кто будет рассказывать. Выбирайте, вас достаточно много. Давай, это правильно, девушка. Ну, в принципе, я многословной не буду. Я буду вот так. В основном расскажу, что как бы рождалось все от нас с Максимом. Мы как-то одним прекрасным вечером на одной прекрасной вечеринке отдыхали. И, в общем-то, тогда так спелись отлично, что решили, да, что у нас будет группа через некоторое время. Сначала мы спелись, а потом мы решили, в общем-то, как-то так. А был определенный посыл, например, хочется дарить людям радостную музыку или грустную, либо исключительно передавать свою боль, радость, то есть вот какая-то концепция хочется, была? Хочется делиться эмоциями, поэтому мы атму, то есть атму как атмосфера, скажем так, ну вот с этой точки зрения, да, мы дарим свои эмоции, мы передаем. Хорошо, о чем песня была, которую мы только что услышали? Ну, песня о тех людях, которые не могут определиться в жизни. Ну, в основном, да, песня о любви, скажем так. Поиск рая, поиск новых эмоций, поиск старых эмоций. Ну, неопределенность, скажем так. Вот, возможно, это адресовано тем людям, которые не могут понять, что им делать со своей любовью, скажем так. Ну что, спасибо вам большое. В общем, ждем вас снова и снова. Это было Balcony TV. Любите друг друга, чувствуйте свой путь и вообще все в мире от любви. Пока-пока. Balcony TV.